они съели хлеб, который привезли из Египта. Когда отец их сказал им: пойдите опять, купите нам немного пищи. И сказал ему Иуда, говоря: тот человек решительно объявил нам, сказав: не являйтесь ко мне на лице, если брата вашего не будет с вами. Если пошлешь с нами брата нашего, то пойдем и купим тебе пищи. А если не пошлешь, то не пойдем. Ибо тот человек сказал нам: не являйтесь ко мне на лице, если брата вашего не будет с вами. Израиль сказал: для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат? Они сказали, расспрашивал тот человек о нас, и о родстве нашем говоря, жив ли еще отец ваш? Есть ли у вас брат? Мы рассказали ему по этим расспросам, могли ли мы знать, что он скажет: приведите брата вашего. Иуда же сказал Израилю, отцу своему: отпусти отрока со мной, и мы встанем и пойдем, и живы будем, и не умрем и мы, и ты, и дети наши. Я отвечаю за него, из рук моих потребуешь его. Если я не приведу его к тебе и не поставлю его пред лицем твоим, то останусь я виновным пред тобою во все дни жизни. Если бы мы не медлили, то уже сходили бы два раза. Израиль, отец их, сказал им: если так, то вот что сделайте. Возьмите с собою плодов с земли сей и отнесите в дар тому человеку несколько бальзама и несколько меду, стираксы и ладану, фисташков и миндальных орехов. Возьмите и другое серебро в руки ваши, а серебро обратно положенное в отверстие мешков ваших возвратите руками вашими. Может быть, это недосмотр. И брата вашего возьмите и встав, пойдите опять человеку тому. Боже всемогущий да даст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Вениамина. А мне, если уже быть бездетным, то пусть буду бездетным. И взяли эти люди дары эти, и серебра вдвое взяли в руки свои, и Вениамины встали и пошли в Египет, и предстали пред лице Иосифа. Иосиф, увидев между ними Вениамина, брата своего, сына матери своей,
И вел человек дом людей сих, дом Иосифа. Испугались люди эти, что ввели их в дом Иосифа. И сказали, это за серебро, возвращенное прежде мешки наши. Ввели нас, чтобы придраться к нам и напасть на нас. И взять нас в рабство и ослов наших. Подошли они к начальнику дома Иосифова и стали говорить ему у дверей дома. И сказали, послушай, господин, мы приходили уже прежде покупать пищи. И случилось, что когда пришли мы на ночлег и открыли мешки наши, вот серебро каждого в отверстие мешка его, серебро ваше по весу его, и мы возвращаем его своими руками. А для покупки пищи мы принесли другое серебро в руках наших. Мы не знаем, кто положил серебро в наши мешки наши. Он сказал, будьте спокойны, не бойтесь, Бог ваш и Бог отца вашего дал вам клад в мешках ваших. Серебро ваше дошло до меня и привел к ним Симеона. И вел тот человек людей сих в дом Иосифа, и дал воды, и они омыли ноги свои и дал корму ослам. И они приготовили дары к приходу Иосифа в полдень и послышали, что там будут есть хлеб. Пришел Иосиф домой, и они принесли ему в дом дары, которые были на руках их, и поклонились ему до земли. Он спросил их о здоровье и сказал: здоров ли отец ваш старец, о котором вы говорили, жив ли еще он? Они сказали: здоров, раб твой, отец наш еще жив. Он сказал: благословен человек сей от Бога. И преклонились они, поклонились, и поднял глаза свои Иосиф, и увидел Вениамина, брата своего, сына матери своей, и сказал: это брат ваш меньший, о котором вы сказывали мне. И сказал: да будет милость Божия с тобою, сын мой. И поспешно удалился Иосиф, потому что воскипела любовь к брату его, и готов был заплакать. И вошел он во внутреннюю комнату и плакал там. И, умыв лице свое, вышел и скрепился, и сказал: подавайте кушанье. И подали ему особо. Им особо, египтянам, обедавших с ним особо. Ибо египтяне не могут есть с евреями, потому что это мерзость для египтян. Сели они пред ним, первородный по первородству его, и младший по молодости его. И дивились эти люди друг перед другом, и посылали им кушанье от него.